Есть отличный рецепт, я это услышал из интервью, прям целая фраза. Не драматизировать время. Мне это помогло в какой-то момент очень. На десяток вопросов это сразу был ответ мне. Не драматизировать время, в котором вы живете, не драматизировать отношение к себе, это особенно к людям творческим, вот лично ко мне это относится, и терпимее к окружающим. Вот, и то, с моим характером тоже мне это помогает. Не поменьше гневливости вот с этим бороться. Это, вот эта вот схема иногда мне очень хорошо помогает. И в совсем трудных, не дай бог, молиться. Мне помогает это. Вот так. Абсолютно точно. Я больше остального ничего.